Арнольд Шварценеггер, звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии, предложил новому американскому президенту поменяться местами. Об этом он заявил в специальном видео, которое разместил в соцсети, в ответ на критику со стороны Дональда Трампа. Глава Белого дома обвинил актера в падении рейтингов телевизионного шоу «Кандидат». Трамп вел его более 10 лет, теперь хозяин программы Шварценеггер. Речь о том, что случилось с передачей, зашла на традиционном национальном молитвенном завтраке. Так что Трамп призвал собравшихся помолиться за Железного Арни. Когда я решил избираться в президенты, я был вынужден покинуть шоу. Они наняли большую кинозвезду. Арнольд Шварценеггер занял мое место. И мы знаем, чем это обернулось. Рейтинги рухнули. Полная катастрофа. Я просто хочу помолиться за Арнольда ради этих рейтингов. Привет, Дональд. У меня есть прекрасная идея. Почему бы нам не поменяться местами? Ты пойдешь на телевидение, раз ты такой эксперт по рейтингам, а я буду делать твою работу, и люди, наконец, смогут снова спать спокойно. Впрочем, не все американские звезды ополчились на Дональда Трампа. Так, обладатель «Оскара» Мэтью МакКонахи призвал коллег перестать враждовать с президентом. По словам актера, Голливуду надо вести себя конструктивно.